Уважаемые гости, разрешите мне от имени главы Баулинского муниципального района Рамиля Хакимовича Гадиатуллина поприветствовать всех участников такого прекрасного мероприятия. Я, во-первых, сама рада встрече со старыми любимыми нашими художниками. Это незабываемое событие прошлого года. Это, наверное, событие года, которое был Баулинский пленэр. Сейчас эти картины этого пленэра у нас, это наша золотая коллекция, которую мы используем на всех наших мероприятиях. И сегодня вот увидев коллекцию Ютазинского района, я тоже думаю, что это такой же прекрасный, замечательный пленэр. В суматохе дней иногда мы не замечаем, не можем остановиться, увидеть красоту этого мира. А перед вашими картинами, на самом деле, можно любоваться. Спасибо вам большое за ваш труд. Желаю вам всех, самое главное, творческих успехов, вдохновения и, самое главное, крепкого-крепкого здоровья. И надеемся на дальнейшие встречи.